Объявлена причина смерти солиста группы «Отпетые мошенники» Вячеслава Зинурова, известного как Том Хаус. Мужчине было всего 50 лет. В последнее время он сильно переживал. Музыкант покончил с собой. Вячеслав Зинуров долгие годы являлся солистом популярнейшей группы «Отпетые мошенники». В 2021 году он со скандалом покинул коллектив, в котором выступал со дня его основания. Новость о смерти Вячеслава шокировала его родных и поклонников. 10 марта, в день смерти, у звезды было назначено 2 интервью, но потом музыкант перестал выходить на связь. Встревоженные друзья поехали в Подмосковье, где жил мужчина. Его бездыханное тело обнаружено в доме. Том совершил суицид. За год до смерти Том разругался с коллегой по группе, Сергеем. Музыкант обвинил его в обмане. По его словам, Сергей и концертный директор группы нечестно поступали с ним, забирая себе львиную долю гонораров за выступление. Долгое время Том не знал об этом. Когда все выяснилось, артист решил попрощаться с коллегами.